Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиоцентра «Сангейтс». Меня зовут Рита Борт. Сегодня у нас четверг, и, как всегда, я рада приветствовать Анастасию Хрущинскую из Сан-Франциско и замечательную программу «Женская гостиная». Но сегодня у Насти в гостях мужчина, и что тоже великолепно. Здравствуй, Настя! Здравствуй, дорогая, спасибо тебе огромное за твое прекрасное представление. Здравствуйте, дорогие друзья, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Все мы в разных часовых поясах, но все равно интернет-радио «Сангейтс» нас объединяет. И с вами я, Анастасия Хрущинская из Сан-Франциско, и мой гость сегодняшний, который нашим слушателям уже хорошо знаком, доктор Бонд из Сочи. Владелец аюрведической клиники Аюрведа Гуру и доктор медицины, который специализируется не только на аюрведе, но и на традиционной китайской альтернативной медицине. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, радиослушатели. Приятно, что снова участвовать, встречаться, и уже даже такие какие-то прям встречи получаются, напоминающие камерные такие, среди своих. Ну, это замечательно, мы очень рады, потому что мы вас очень любим. Спасибо. И сегодня мы с вами поговорим, вообще, конечно, тема у нас не классная, нормальная тема. Кто читал наши анонсы, сегодня мы будем говорить про паразиты и про паразитов, и про то, какие средства в аюрведе есть для того, чтобы избавиться от паразитов, нужно ли от них избавляться, может, не от всех нужно, вообще, как они у нас появляются, потому что Николай прямо этой весной он провел целое исследование на тему паразитов, у него была огромная подборка постов на эту тему в Инстаграме и на его сайте, можно об этом прочитать, но, в общем, интересная тема, на самом деле, потому что сейчас очень много инсинуаций. Я не знаю, сейчас нам как раз Николай развеет наши, так сказать, сомнения по поводу того, инсинуация это или это правда, и живут ли у нас во всех нас паразиты, и, в общем, Николай, вам слово, что же такое гельминты, да, и паразиты, и как мы с ними сталкиваемся, откуда они появляются? Ну, спасибо. Значит, да, действительно, я тут и раньше интересовался, этой весной как-то решил написать. Вообще много чего проходит внутри у нас тут, нашей деятельности, да, мало было выставлено наружу, а я тут встретился с блогерами, которые пишут, да, вот в Инстаграме, и они мне подсказали, что это всем интересно, просто пиши. Ну, пиши, это вот твое, тут даже ребята, которые соседи наши к нам приходят, вдохновляют, надо писать. Ну, я попробовал писать и чувствую отклик людей, тема интересна, и вообще смотрю на реакцию и понимаю, что действительно деятельность такая просветительская, можно сказать, да, она полезна. Знание – сила, и, в общем-то, можно и защититься с помощью предупредить что-то. Что касается паразитов, то, раз уж мы говорим о аюрведе, а я считаю аюрведа это наука о жизни, да, у нее две цели есть, это первое лечить болезни, второе делать здоровых людей еще более здоровыми. Так вот, если мы отбросим все названия и оставим только две этих цели, то под эти две цели можно включить вообще все направления медицины, которые есть. И в то время, надо сказать, на аюрведу смотрели именно так. То есть не выделяли как-то, вы знаете, я там лечусь по какой-то другой медицине. То есть все, что способствовало достижению этих целей, называли аюрведой, наукой о жизни. Поэтому и сегодня мы будем говорить где-то на таких вот границах разных систем медицин. Да? Хотя я считаю все одним на самом деле. Это достаточно. Но мы-то с вами знаем, да, что, в общем, да, вся современная... Да. Она имеет корни в аюрведе. Корни, аюрведа, конечно, настолько, да. Это разумная система, что она действительно покрывает практически все эклектические направления. Да, она как конструктор, она когда, она вот существовала, мы изучаем древние источники, она предполагает точки роста. То есть это не было так, что, например, поговорим, сразу о гельминтах. В аюрведе, в Сушрута Самхите, и в других первоисточниках выделяется 20 видов паразитов. Вот, а современная медицина... Они так и до сих пор 20 видов? Как раз-таки вот эта точка роста, да, и... современная медицина исследовала около 300 видов.
То есть о чем это говорит? О том, что тогда люди, ну, чего-то не знали, и мы как-то, ну, превзошли их. Конечно же, мы развиваемся. То есть, хорошие это говорит... вещи, которые мы превзошли. Ну, во многих, на самом деле, в хирургии, посмотрите, вот раньше не было такого уровня, там, ну, клиник там и все такое. Вот. Поэтому здесь мы видим, ну, нормальное развитие, да, как и во всем. Вот мы сейчас там по компьютеру разговариваем и так далее. То есть какой-то рост происходит. Человечество в целом. Точно так же аюрведа, преобразовываясь в разные другие медицины, там, рассматривает и растет, качественно улучшается. И, соответственно, сейчас вот более 300 видов исследовано паразитов. Но в целом, ну, как нам бояться чего-то, этих всех 300 паразитов, и что делать, да, вот какой вопрос, основная проблема нашей беседы, давайте ее, может, сформируем, но вот к какой цели мы хотим прийти с вами, с радиослушателями, что в конце вот, ну, мы хотим сказать, какова проблема, по вашему мнению, Анастасия? Вот, ну, в теме я паразитов. Думаю, что здоровье, да, то есть на самом деле, ну, как бы для меня, и я думаю, что для всех наших радиослушателей основная задача – это сохранение и приумножение собственного здоровья. И если эти паразиты нам мешают жить, да, значит, соответственно, мы хотели бы дать им хотя бы наметки или инструменты, как от них избавляться, как понять, что у тебя есть паразиты, как к этому прийти, да, чтобы что сделать. Да, ну, вот такие, я думаю, цели. Отлично. Значит, я хочу сказать, ну, поговорить, вот как бы я тут с пациентом разговариваю, как я обычно разговариваю, да. Во-первых, нужно понять, что у паразитов нет каких-то вот таких специфических симптомов. Ну, есть перечисление симптомов, в том числе и в аюрведе, да, там вот в Сушрута Самхите, в частности. И к ним относятся какие? Голова болит, понос, ну или как, неоформленный стул, да, запоры, поносы, там, усталость чрезмерная, сердце может болеть, кашляет человек. То есть такие вот симптомы, которые могут, в принципе, встречаться и при других любых заболеваниях. То есть у паразитов нет специфических симптомов. Это я к тому и адресую тем людям, которые вот, ну, слушают перечисления симптомов о паразитах и сразу бегут что-то делать, ну, там, срочно надо чиститься. То есть не все болезни связаны с паразитами. При этом, при всем, если говорить о диагностике, ну, вот сразу же, да, то в аюрведе, ну, помимо вот таких наблюдаемых симптомов, которые человек может описать, существовали еще там диагностика по пульсу, например, да, то есть есть специфические виды пульса, когда... там... Которые дают сигнал, да, аюрведическому, да, врачу, да, проверить, да, ну, они... Да, совершенно верно. То есть, и, как правило, они, эти показатели пульса и диагностики, ну, в чем смысл? В том, что, прощупывая пульс, доктор чувствует, что он движется, как червь. То есть есть, знаете, лягушка, там, змея и лебедь. Вот. Но при развитии чувствительности, при практике, мы можем почувствовать, как пульс дает какую-то такую характеристику, которая будет напоминать червей. Вот, соответственно, один из методов. Можно по воде, там, как-то. Говоря о паразитах, сразу скажу, в аюрведе мы говорим и о червях, и о грибках, то есть все, что может нам навредить. Да. Грибок, ну, сейчас вообще в человечестве распространен. Ну, сейчас, мне даже кажется, что сейчас грибок сейчас более распространенный, чем паразит, да, хотя не знаю, наверное, я тут не искушенный человек в этом вопросе, не знаю, насколько что более распространено. Ну, хотя... есть разная, есть статистика по странам, да, и... Организации здравоохранения всемирной, что считается, что каждый пятый человек на Земле заражен паразитами. Вот. Но нужно также учитывать, что больший процент идет на страны Азии, где тепло, антисанитария, где люди питаются рыбой, ну, вот мясом, да, больше.
ну и, в общем, пьют грязную воду и так далее. То есть это не обязательно, что у нас в России, там, у нас в России, кстати, небольшой показатель, ну, по проценту, там где-то 2%, может, населения. Но это только может говорить о том, что не все обследуются. Серьезно? А вот интересный какой момент, потому что сейчас я вот читала такое мнение, допустим, есть такой доктор, который достаточно известен сейчас, Марва Оганян, да, у нее, она предлагает такой комплекс очищения на травах. И вот она говорит о том, что от паразитов нужно чиститься постоянно, да, потому что мы все подвержены, особенно даже вегетарианцы, особенно сыроеды, в силу того, что мы употребляем, вегетарианцы употребляют много овощей, и с какие-то остатки, да, мы не всегда тщательно моем, ну это как бы данность, да, потому что мы не можем... Смотрите, здесь я хочу сказать, что, в общем-то, почему я заговорил о диагностике, потому что... Современные виды диагностики, они дают достаточно четкую картину, да, вот того, что у нас происходит в организме. Если вы послушали, там, переслушали симптомы, и у вас появилось такое вот жгучее ощущение, что все ваши проблемы от паразитов, пойдите, сдайте кровь на общий анализ. Если показатели, определенные показатели эозинофилов, если их процент выше 5, вам объяснят все, то, соответственно, есть смысл далее обследоваться и понять, какие у вас паразиты. А для этого, вообще в целом, если говорить о самых распространенных паразитах, хотя их более 300, заражаются в России где-то 30 видами, потому что у нас такая статистика, и других просто нет. И самые распространенные — это острицы, аскариды и власоглав. То есть, и что надо сделать для того, чтобы выявить, есть у вас паразит или нет? Пойти сдать кал на анализ яйцеглист. Если у вас есть сомнения, что с первого раза ничего не получится, потому что у них есть циклы откладывания яиц, и все такое. Вот, поэтому лучше сделать несколько раз, он не такой уж там дорогой, где-то с периодичностью 3-7 дней, 3 раза. То есть один раз сходили, через недельку другой. Тогда уже гарантированно, выявится. То есть если они есть, если в первых двух не будет, в третий будет, то в какой-то появится. Вот. И анализ крови достаточно подробно может показать вот картину герметизации, если они есть. Вот, если нет, то не надо паниковать. И я общаюсь с людьми, и встречаю людей, которые, в общем-то, с пустого места просто хотят найти какой-то источник своих страданий, и если им сказать, что это глисты, то это глисты. Но проблемы же могут быть, если, допустим, лечиться, а их нет, то можно и навредить себе. Другой вопрос в том, что не все глисты могут погибать от одних и тех же каких-то препаратов. И, говоря о препаратах, в целом и в аюрведе, и в современной медицине, суть их сводится к тому, что они носят такой паралитический характер. То есть парализует паразита, он там перестает функционировать и на какое-то время, и потом его надо выводить, с помощью слабительных, тюбажей и так далее. Соответственно, у меня была идея, я вот в Инстаграме как-то там писал, я думаю, надо бы всем так провести, а потом, сопоставив все факторы, что если, допустим, исключить какие-то группы риска, мало ли, кому-то нельзя там чеснок, кому-то еще что-то, там перец, у всех людей разные болезни. Вот если все исключить, что может подвергнуть риску человека для массовой программы, и не учесть индивидуальные какие-то характеристики, то можно просто навредить. И в целом, если пройти и сдать анализы, а это обязательно, я считаю, надо сделать перед тем, как вообще что-то покупать антигельминтное себе. Нужно сдать анализы, понять, вообще есть они или нет, и, соответственно, уже подобрать
какое-то нужное лекарство. Что касается вот еще одного момента, что если вы, ну, думаете, что у вас глисты, ну, допустим, человек чувствует себя плохо, ну, какой-то... Да, и каких-то видимых причин у него нет. Видимых причин нет. Да, наша аллопатическая медицина замечательная, она говорит, да нет, с тобой все нормально, ну, может, стресс у тебя, да, там, или переутомление, а человек, допустим, он тонко чувствует, что нет, на самом деле что-то более серьезное, да, и, а лучше не становится. Будем исходить из того, что причин может быть множество, да, и здесь есть, конечно, всегда шаги, этапы. Первое, человек почувствовал симптомы, второе, вот эта система в медицине, она же и в аюрведе, и сейчас она существует, она не зря. То есть вы можете там услышать у себя в организме, да, или там, ну, я могу, например, услышать что-то, мне человек с экрана скажет, что а вот такие симптомы, а я еще раз напомню, что симптомы, они, ну, очень широкие, да, вот, по этой проблеме, такие симптомы, значит, у вас паразиты. И человек думает, так, живот у меня болит, газы образуются, усталость есть, все, у меня паразиты, все, в общем, побежал чиститься. Вот на этом этапе очень важно провести диагностику, какой бы она ни была, да. То есть, если это есть рядом специалист по аюрведе, который вам по пульсу может 100% определить, я таким не являюсь, да, я лучше как перестраховываюсь, потому что считаю, что, ну, мы должны пользоваться благами современных достижений знаний. Вот, диагностика, она на всех этапах всегда была. То есть, если у вас есть какие-то сомнения, идете, диагностируйтесь, находите какой-то метод, да, там можно несколько сразу сделать для верности, если уж не доверяете какому-то определенному. Вот, и, соответственно, определяете, есть ли у вас там паразиты или их нет. Если они есть, соответственно, подбираете какое-то лечение. Если они, то есть, ну, понимаете, да? И опасность в чем заключается? Что если начинать лечиться от паразитов, когда их нет, то можно упустить развитие реальной какой-то болезни. А с точки зрения аюрведы, ну, о чем идет речь, что сначала ама или токсины, какой-то из ДОЖ, да, она накапливается, и можно ее не чувствовать, может какие-то там вот именно усталость, да, вот так проявляться, голова болеть. И когда она накопилась, то она начинает вытекать из своего, ну, места локации. Место накопления, да. Место накопления, да. И она уже, растекаясь по всему организму, отравляет самые, ну, как бы, нитка рвется в самом тонком месте, да. Поэтому, когда, например, вата, ну, ама, вата, выходит, самый распространенный вид, да, такой, ну, один из и проблемных, то получается артрит. То есть что разрушается? Самые нежные участки нашего тела. Связки, суставы. Да, вот. Человек начинает чувствовать боль. Вот. И здесь важно не начать лечиться ни от того. Поэтому всегда вот этот этап после получения информации и замечания симптомов, всегда надо сделать диагностику. И, как правило, самые вот эти, ну, методы, о которых я говорил, они являются такими нормальными. Ну, а скажите, есть ли, существует ли группа риска, да, вот есть люди, которые, скажем, они, может быть, и чувствуют себя хорошо, да, но на самом деле иногда паразиты себя не сразу проявляют, да, Анастасия, безусловно. Да, иногда я даже вот читала во всяких ЗОЖных изданиях, да, например, такие истории по поводу того, что человека лечили там вообще от рака, например, а при вскрытии, извините за такие подробности, да, да, грустные, обнаруживается, что это были паразиты, а никакие не опухоли, да, вот, но тем не менее, да, вот есть ли группы риска, которые действительно стоит все-таки помнить про это и обращать внимание, ну, я как мы, наверное, все знаем, когда у вас есть домашние животные, наверное, это первое, да, потому что домашние животные наверняка являются достаточно частым разносчиком. Ну, смотрите, есть три, как бы, вида, три способа заразиться паразитами. Да? Угу. Отсюда можно и отталкиваться, вот, ну, что к чему. Это от человека к человеку, в основном острица, когда человек заражается, там, пообщавшись с другим, там, через игрушки, дети. Второе – это
те паразиты, которые в земле, ну, они в основном от животных через испражнения там попадают в землю, и тоже мы их не моем руки, не моем зелень, да, и вот это группа паразитов. И паразиты, которые приходят к нам через других животных, ну, если человек ест мясо, рыбу, это в основном аписторхи, да, вот такие, которые там в рыбе живут. Большой процент заражения ими именно в местах, где люди употребляют рыбу. Она должна быть там хорошо приготовлена, если уж человек ее ест прожарена, иначе какой-то, ну, достаточно большой процент, что человек болеет. Вот, соответственно... То есть любители суши все должны быть настороже, да? Конечно. Если, если животные, да, там бегают где-то по улице и едят что-то, вот, ну, даже ту же рыбу, мясо, да, там покупают люди сырое, то это тоже, пообщавшись с ними, уже будут паразиты. И, как правило, если в семье есть паразиты, то они есть у всех. Вот, поэтому и проходить очищение, да, лечение нужно каждому. Лично вот, ну, я что делаю? Да, есть в аюрведе, перечисляются такие препараты, которые относятся к группе кримигна. То есть те препараты, которые именно направлены против грибков. Концепция достаточно простая. Если мы затрагиваем вообще всю эту вот, живность, да, всех этих наших недоброжелателей, то здесь важно упомянуть вопрос среды. Вот именно среда благоприятная является благоприятным фактором для паразитов. И эта среда – это ама. То есть если человек, как она образуется? Если человек ну, ест пищу, которая старая, не свежая, разогретая там, или она стояла долго, остыла, или человек пьет воду сырую, да, а в сырой воде очень много возможностей, ну, много паразитов может быть, и заразиться можно. То есть создается благоприятная среда, она называется ама, и ама это, ну, можно перевести как токсины, происходит из следующего. В нашем организме есть огонь пищеварения, и в идеале он должен расщеплять всю пищу, которая попадает, ну, в организм, соответственно. И дальше ткани эту субстанцию, которая попадает, ахара, раса, да, ну, пища, ткани ее усваивают, всасывают, она попадает там в кровь, где-то в лимфу, ну, в общем, по всему организму распределяется. И вот эти семь тканей, начиная там с жидкости или плазмы нашей организма, кровь, там дальше мясо, жир, кости, костный мозг, семя, все эти ткани могут быть подвержены токсинам. То есть токсины попадают, ну, токсины, что значит? Недопереваренная пища, вот эти микрочастицы, они, представьте, вместо того, чтобы как чистая, да, вот, ну, можно в природе сравнить, вместо того, чтобы пить, допустим, у вас есть фильтр, предположим, да, и вы включаете, и через него течет чистая вода, и вот вы пьете эту чистую воду, вы ее усваиваете, подозревая, что фильтр все очистил. Вот точно так же огонь – это своего рода фильтр. Он пережигает, все расщепляет. И ткани предполагают, что они, ну, усваивают чистую вот эту субстанцию, которая им нужна. Но если пища недопереварена, если огонь слабый, если пища грязная, то, соответственно, ткани усваивают в себя... Ну, это не их дело разбираться. Они усваивают в себя все, что там есть. И, соответственно, в них накапливается ама, в которой уже существующая ранее патогенная флора, да, которая вот, ну, у каждого есть болезнетворные бактерии, начинает, благодаря возможности вот этой образовавшейся среде, размножаться, выделять токсины, и, соответственно, человек будет чувствовать симптомы. Таким в аюрведе есть универсальные средства для, ну, профилактики паразитов и для подавления патогенной флоры, и для подавления среды, для именно выведения этой среды. Вот.
Ну да, одной... вот, то есть, вот у нас, ну, обнаружились, да, каким-то способом, мы там обнаружили эти, сдав анализы, да, то есть, да. В общем, уже мы попали в эту группу риска владельцев паразитов, да, что делать дальше? Опять же, вот вы же сказали, что должен быть индивидуальный подход на самом деле. Я, кстати, тоже полностью с этим согласна, потому что у нас же могут быть и паразиты в разных частях, да, находиться, и, может быть, и тогда в разных тканях, да, и возможно, что нам и средства какие-то нужно другие поменять. Да, и, ну, считается, что все препараты, которые обладают горьким вкусом, острым вкусом и вяжущим вкусом, это препараты, которые как раз-таки, ну, попадают в группу кримигна. То есть они выводят паразитов из организма. В чем принцип их действия? В том, что горький вкус, ну, они как сами по себе паразиты, питаются, ну, как не приспособлены для того, чтобы питаться какими-то вот такими вкусами острыми. Ну, и человек, в принципе, не приспособлен, да. То есть, если вы будете все время острое есть, или горькое только, или там, не знаю, терпкое какое-то, вяжущее, то начнутся проблемы с пищеварительным трактом. Вот. То же самое у паразитов. Если мы берем, например, гвоздику, да, вот гвоздика обычная такая, и положим ее себе на язык, то через какое-то время мы почувствуем онемение языка. Онемение, ну, что произошло, его немного парализовало, да, вот нервное окончание, там вообще функциональность притупилась. А, то же самое происходит с паразитами. Почему вот гвоздику используют и сейчас в качестве антипаразитарного средства. Вот. Можно с помощью гвоздики. Вообще вот тот доктор, да, и, у которого я учился, доктор Прасад Прамота Кулкар, он жил у нас дома, и у него все время с собой, знаете, такая штучка, коробочка. В этой коробочке там гвоздика, помню, обязательно, черный перец. Тоже, кстати, черный перец — это средство, которое, ну, губительно для паразитов, потому что он жжет, да, острый, и вообще является таким хорошим лекарственным средством. Мы его как специю знаем, но с точки зрения фармакологии, вот, аюрведической, это достаточно такое хорошее средство. Вот, и там, по-моему, у него фенхель был, ну, что-то вот, какая-то такая специя. И он после каждого приема пищи брал себе там, ну, три гвоздички, что-то там, одну перчинку, ну, вот так вот насыпал и жевал. Жевал все время после каждого приема пищи. Это своего рода такая профилактика. И это, ну, о чем я хочу сказать, о том, что, допустим, для профилактики и для вообще, для увеличения огня пищеварения, для его стабилизации, для того, чтобы именно, ну, предотвратить создание этой амы, создание этой среды, можно использовать именно такие тоники. Они достаточно просты. Самый вот простой, я о нем писал, это мед и перец. Мед и перец. Это такой рецепт: 9 горошин перца растолочь, смешать с чайной ложкой меда и просто как леденец ее облизать. После обеда утром, можно. Утром, вечером. А, после обеда, ага. Можно и вечером. Я хочу заметить, что используйте обязательно, дорогие друзья, используйте старый мед, потому что молодой мед, который до года, он на самом деле не полезен, да, я правильно говорю? Правильно. Как, ну, в аюрведе описываются вот эти свойства, да, также мед, вино, например, молодое тоже, если кто пьет, то молодое вино не полезно, лучше такое. Любители божеле на во. Года, будьте аккуратны. Года два. Вот. То есть можно после еды, да, обычно острые вкусы едят после еды, горькие вкусы едят после еды. Также... На самом деле, кстати, интересный момент, вообще горький вкус — это наиболее сложный вкус, который очень сложно всегда добавить в свое питание, да, со сладким вообще никогда проблем нету, с соленым, да, с кислым, все тут становится понятно, а вот, пожалуй, горький, наверное, это один из самых сложных вкусов, которые сложнее всего, вообще в каждом приеме пищи должны присутствовать все вкусы, да, уж мы же с вами, как люди, которые к аюрведе близки, да, мы знаем, да. Вот, и можно привести примеры вот именно горького вкуса в
принципе, большинству людей вообще, с кем я сталкиваюсь, да, всем нам так или иначе надо периодически приводить пищеварение в порядок. И у меня еще один вопрос, ну, можно примеры горького вкуса, как бы вот такие, бытовые? Ну, я здесь хочу предисловие некое. Да-да-да. В странах, где как раз зона риска, ну, где все время тепло, где вот как-то, больше возможность заразиться паразитами, вы можете заметить, что там в культуре питания распространено большее употребление острого, горького. Вот в Индии, например, там это перец, да, есть растение, называется горькая дыня или карела, такая морщенный огурец есть. То есть там с этим проблем нет. У нас здесь, вот, в каких-то таких, ну, можно сказать, северных широтах, да, количество горького вкуса в питании, ну, в обычной жизни, в бытовом, острого вкуса, достаточно маленькое. Ну, есть южные народы, да, которые используют острый вкус достаточно часто. Так, чтобы взять и сказать, что возьмите, пойдите вот в супермаркете тот продукт, и он будет горьким, ну, наверное, можно сказать о грейпфруте. Да, вот так вот. Mm-hmm. Ну и то, может быть, он несколько отдаленно там напоминает этот горький вкус. Если говорить о доступных продуктах, которые, ну, можно использовать, я использую, например, это корень аира. Корень аира, который, ну, у нас достаточно широко произрастает. В любой аптеке его можно найти. Его можно просто жевать по щепотке. Он является, в аюрведе называется вача, является супертоником, ну, если так можно приставку такую добавить, да, чтобы, ну, указать на какую-то его силу, супертоником для мозга. Вообще горький вкус – это продукт, который бодрит. Почему? Потому что если его рассмотреть, появление, вот эту всю историю, да, его генезис, как бы такое вот образование, то он берет начало в благости. Поэтому, когда мы едим горький вкус здесь, на земле, то в нашем организме проявляются вот эти признаки благости. Мы становимся бодрее, да, не хотим спать, попробуйте горький вкус с утра съесть, да, как индусы уже чистят зубы горькими палочками, вот этими деревами. Вот тогда, как, например, сладкий вкус, он берет начало в невежестве, поэтому, когда мы его съедим, хочется спать. И поэтому же, если у человека есть большое пристрастие к сладкому вкусу, то, как правило, оно, ну, может быть, да, вызвано в том числе гельминтами, если у человека желание. И люди, которые много сладкого едят, они входят в группу риска. Здесь здесь философский такой момент, метафизический, что невежество притягивает невежество, да, то есть человек, который ест сладкий невежественный вкус, он будет подвержен вот тому, что к нему придут в гости, которые любят этот сладкий вкус. Mm-hmm. Люди, которые едят горькое, как правило, ну, или пьют даже горькую, да, знаете, народные рецепты, чеснок с водкой, это, ну, сразу там всех паразитов парализует. Есть в этом вот, ну, смысл, да, заметить за собой. Один из симптомов того, что есть паразиты, ну, не надо сейчас как бы сразу после этого бежать за антипаразитарными, это тяга к сладкому вкусу. Она возникает, ну, даже это желание возникает не по нашей воле, просто потому что там кто-то сидит. Есть обширное исследование ученых, которое говорит о том, что у нас есть низший разум, да, то есть та микрофлора, которая преобладает в нашем кишечнике, и те жители, которые там обитают, влияют на настроение человека. Если у вас там хорошая микрофлора, то, соответственно, и настроение будет хорошим. А если там обитает какая-то зловредная, патогенная там живность, то, соответственно, человек и вести себя будет как-то, ну, неадекватно, странно, там, может, по-злому или как-то еще. За этим надо обязательно следить. Вот, поэтому из таких вот продуктов, которые я рекомендую просто для того, чтобы поддерживать свой огонь, да, и вполне возможно, что
ну, это будет способствовать выведению паразитов, это добавлять в свой рацион хотя бы пару там зернышек, ну, взять гвоздику и пару этих, даже одну там горошинку черного перца, и просто после еды пожевать и там запить или заесть. Это то есть не достаточно... обязательно даже с медом, да? Это такое профилактическое средство, да, которое да. нам помогает. Да. Угу. Я для, ну, вот себя, например, использую чеснок и молоко. Есть вот, разные это вообще, мнения. Да, есть ядерная смесь. У меня еще один вопрос, Николай. Я хотела спросить, вот мы сейчас говорим, в принципе, все эти средства, да, особенно там острый вкус. Кстати, вы верно заметили, вот в странах жарких действительно очень преобладает, ну, Индия, вот мы здесь живем рядом с Мексикой, Мексика mm-hmm. это просто страна перца, да, там более 300 сортов разного перца. То есть есть такие перцы, которые даже микроскопическая доза которого, она может, в общем, очень быть опасной. Там mm-hmm. прям даже на коробочке, когда ты покупаешь, то есть там есть определенные, пишут силу этого перца, вот. И действительно, они очень много острой пищи употребляют. Как быть, если очень сильная пита, да? Потому что когда огонь пищеварения и так сильный, да, подходят ли те же средства, или все-таки здесь должен быть какой-то более рациональный, индивидуальный подход? Ну, конечно, если, допустим, сильная питта, то горький вкус подойдет лучше, потому mm-hmm. что горький вкус охлаждает, вот, а острый вкус, он, наоборот, согревает. Вот. Но есть еще эффект привычки, да, то есть как организм справляется. У меня был какой-то вот период в жизни, ну, даже в Индии, когда я жил, то ел перец не свойственно, ну, тому, что я делаю дома. И, ну, первое время, да, как-то вот прям острый, да, какой-то вот. А потом привыкаешь нормально. И также мой отец, например, он прям этот перец брал, ел там. Никто другой не мог и кусочка съесть. Но постепенно человек привыкает, организм подстраивает, и, в общем-то, все становится нормально. Поэтому, если есть желание внести в свой рацион острый вкус, но никогда этого не делали, то лучше это делать по чуть-чуть. Просто даже не надо думать, да? Нужно его есть столько, чтобы не думать о нем. Mm-hmm. По чуть-чуть. Вот. Ну, что давайте еще теперь можно сказать? К молоку с чесноком перейдем. Вообще интригующий рецепт, да, просто как бы для людей, которые не знакомы достаточно близко с натуропатической медициной, да, они в этой среде не вращаются, мне кажется, для них просто шокирующий рецепт молоко с чесноком, да, сразу вызывает такой страх от принятия или возможности даже приготовления этого вещества. Но, тем не менее, оно действительно очень эффективно. Сначала хочу сказать о чесноке пару слов, да, то есть его называют рассона. Вот это, по сути дела, ну, легенда его происхождения такова, она описывается в Бава Пракаша Самхите. Да, я вот помню, у вас я видел фото, что у вас есть. Да, есть у меня неженцы, такая книга. Ну, там две, да? Два тома. Потом точно такие же, абсолютно. Да. Вот, и как раз там, я сейчас раздел не вспомню, я где-то переводил, что когда, ну, там была определенная ссора между полубогами и демонами, и демоны, значит, забрали себе этот нектар бессмертия, ну, когда они пахтали эту гору, там океан горой, а демоны забрали себе, нет, извиняюсь, полубоги, забрали себе океан этот нектар, вот, а у Гаруды была там нерешенная задача с демонами, и там, ну, что-то такое, что то ли он в заложниках был, ну, как-то вот демоны решали какой-то вопрос, вот, связанный с его братом, матерью, я сейчас точно не вспомню. Ну и, в общем, Гаруда по условию, в общем, мирного урегулирования должен был украсть, то есть полубог Гаруда должен был украсть у вот этого Индры, да, этот горшок с нектаром бессмертия и отдать полубогам. Вот. Ну так и произошло, Гаруда, значит, украл у Индры этот горшок, и пока он летел и нес этот нектар, несколько капель упали на землю и произрос лук и чеснок. Вот, и лук, и чеснок, соответственно, являются такими очень мощными лекарственными средствами, и
в чесноке есть все, в чесноке есть 5 вкусов, за исключением кислого. То есть, когда человек ест чеснок, то он фактически удовлетворяет вот во время еды. Да, некоторые люди прям пристрастие имеют, едят чеснок, и, в общем-то, их здоровью, ну, в какой-то степени можно позавидовать. Я знаю несколько вот людей, которые постоянно его едят. Вот, и огонь пищеварения нормальный, и все в порядке. То есть, сам по себе чеснок, вот вы говорите, надо есть 6 вкусов. Да, в чесноке их 5, представьте. Кроме кислого. Вот. Ну, то есть, чеснок с кисленьким, да, для лимончика полили. Да, да, чеснок с лимоном и все. Вот. И существует множество способов приготовления, ну, чеснока, да, вот с молоком. Почему молоко? Потому что оно является транспортным веществом, ну, которое, в общем-то, и доставляет лечебные свойства чеснока до конечного потребителя, потому что вот все эти паразиты, они же что-то едят, и, соответственно, с молочком у них отлично все заходит. Это для них является ядом, но большинство аюрведических препаратов, которые мы знаем, да, вот, которые есть, чтобы получить такую действительно функционирующий препарат, их, как правило, надо обрабатывать. Ну, не все, но некоторые из них, да, то есть чеснок в том числе. Эффекта достигает при... То есть эффект именно достигается при обработке, если при обработке, сырой чеснок, да. Он такого не приносит, да. Именно... Ага. То есть, ну, допустим, как делают масло, ну, масла, там есть несколько видов масел, да, и, соответственно, куча всяких растений, вот, и они там делятся на, ну, группы. Из какого растения, каким рецептом надо готовить масло. Что-то там надо, ну, пример простой, да, я о нем писал, ну, на его примере я как бы покажу саму технологию. То есть берется тыква, допустим, выжимаем из нее 400 мл сока, берем 100 мл кунжутного масла, ставим на огонь, выпариваем весь сок, всю воду, остается только масло, процеживаем, вот получается тыквенное масло, его используют для наси. Нася, в уши закапывает, да, оно отлично подсушивает, там вот капху убирает все. Вот, и, особенно, ну, сейчас, наверное, весной хорошо, да, потому что да, сейчас время. Да, это вообще ежедневно рекомендуется делать такую процедуру, не будет проблем с зубами, седины не будет, там зрение будет хорошее, ну, такие указываются свойства. Вот, соответственно, если мы берем, ну, как делается масло, из трав, например, то тоже там сначала делается отвар, ну, определенная дозировка. Потом берем, например, 2 литра этого отвара такого ядреного, там выпариваем его еще, да, там, до половины. Потом заливаем туда масло там, в 4 раза меньше. И потом выпариваем, чтобы осталось только масло. Так получается масло. Таким образом, вот это свойство трав, оно передается. Это не так, что там, ну, взял, настоял, и оно как-то передалось. Нет, это такой долгий процесс приготовления. Для чего? Для того, чтобы как можно больше была концентрация лечебных средств, да, которые передают траву. Вот, то же самое с чесноком. Существует несколько способов приготовления. Можно просто чеснок взять, допустим, и там 3 зубка чеснока забросить там, в 300 мл молока, варить, пока выварится 100 грамм, ну, 200 мл останется, все, это выпить, это тоже будет средством, которое будет очищать от паразитов. Что касается того рецепта, о котором вы говорили, то я его, значит, ну, расскажу. Берется 200 грамм сушеного чеснока, молока 1,6 литра, 6,5 литров воды, и варить нужно до тех пор, пока останется 1,6 литра. Ну, тот объем, который был с молоком. Да. Вот, долго варить, но и варить нужно, не снимая с огня. То есть, специфика приготовления аюрведических средств, и вообще масел там и всего, это единоразовое нагревание. То есть то, что нагрелось второй раз, уже, ну, не работает. Вот, поэтому поставили на плиту и пусть варится там все время, и потом уже можно употреблять. Ну, вот, употреблять можно по 50 мл. А хранить в холодильнике при этом?
хранить в холодильнике, да. По 50 миллилитров. А скажите, пожалуйста, вот существует такое мнение, да, вот во всяких разных ведических религиозных направлениях, да, ну так завуалированно я скажу, что лук и чеснок употреблять крайне нежелательно. Ну, не в качестве лекарства, конечно, а именно вот в бытовом плане, да. Как вы к этому относитесь? Ну, я скажу так, что аюрведа сама по себе, она не относится ни к каким учениям. То есть аюрведа, она конкретно отвечает на вопрос, вредно это или полезно сейчас для твоего здоровья. Понимаете? Ну вот, все. Простая направленность. А ну, действительно, на основе ведического знания создается множество учений. Да, и, соответственно, в них есть какие-то правила. Ну, так, в основном есть четыре такие вот парампоры, да, может, ну, так называются цепи, которые, через которые протекает знание, которое вот исходит от Бога, ну, если мы говорим о ведах. Да, вот, и, соответственно, в рамках этих четырех парампор существуют еще там разные учения. И они используют ну, различные, так сказать, методы, что ли, инструменты, да, и разные учения выделяют разные всякие группы, ну, что надо запретить, да, для того, чтобы достичь совершенства. Ну, как бы система таких вот самоограничений, чтобы ну, взять на себя некую аскезу, да, и вот двигаться, ну, наверное, чтобы просто сконцентрироваться на определенной цели и двигаться, не отвлекаясь лучше. Вот, и, соответственно, есть знания, учения, да, можно так сказать, которые ставят чеснок, ну, группы, да, вот, растений разных. Чеснок, лук, мясо, рыбу, яйца, там, чай, кофе, ну и так дальше, их производные, все-все-все запрещают. Другие учения в этих же парампорах могут ограничиться, там, например, не есть там мясо коровы, да, все остальное, пожалуйста, ешь. Причем ну, обещают, что тоже придешь к совершенству. И кто-то может есть лук, кто-то не может, но здесь, наверное, как веды же они все описывают, да, вот если мы вегетарианцы, например, а читаешь аюрведу, а там как есть различные виды мяса. Ну, казалось бы, это же аюрведа. Изначально думаешь, что там вегетарианство. Ну, оказывается, не вегетарианство, и раньше было достаточно распространено поедание мяса тоже. Вот, поэтому веды они для всех. Вот если взять, например, я сейчас там меня попросили написать статью о сексе. И, ну, какой-то, вот знаете, с моей точки зрения, с моего вот уровня, да, понимаю, ну, какой-то кошмар. Ну, там, наслаждайся со всеми вообще чуть ли, кто движется, да, и это веды. Вот, и когда нам в университете преподавали на юрфаке еще вот веды, то суть в чем, что они для всех, да, но есть определенная градация, есть страты общества, на которые действует одна часть вед, но не действует другая. И, соответственно, задача вед не то, чтобы универсально описать жизнь каждого человека, как засунуть всех в прокрустово ложе под одни правила, а задача вед – охватить все слои общества законом, неважно какой он. Да? То есть, если у тебя склонность там охотиться, то ты тоже будешь следовать регламентациям вед, и ты пойдешь в рай. То есть никого за борт не сбрасывает. Вот, ну, принцип такой. Чем бы ты ни занимался, занимайся по правилам. Даже ну, с точки зрения другого человека это ненормально. Там, да, убивать козла, например, и там еще что-то делать, в жертву приносить. Но для кого-то же это нормально. И там вот описываются правила этого убийства. Вот, соответственно, потихоньку выполняя эти правила, человек ну, потихоньку-потихоньку начинает как карьерный рост. Да? На работу приходишь, изучил сначала обязанности дворника, и потом ты изучаешь уборщик, потом дальше там администратор, потом начальник клининговой службы, и пошел, и пошел, и пошел. То есть ты в правилах, ты вошел в систему, и эта система тебя вихрем поднимает. Вот точно так же веды, они
в то время были, ну, как бы, системой законодательства. Это не так, что, ой, я верю в Веды, а я не верю, да. Раньше ну, это да. просто было вот обязаловка, ты как бы вот в законе. Вот, в этом законе... закон, да. Да, да, это вселенский, но он еще и транслировался правителями. То есть это как вот в исламе, например, да, есть ну, шариат, вот они там некоторые страны живут. Вот, соответственно, Веды это тоже своего рода такая вот, ну, обязаловка. То есть это мы сейчас говорим, ой, ты Веды изучаешь или нет? А, я там так-то изучаю. Ну, вот раньше просто люди жили, как мы сейчас в системе законов живем, так они раньше жили в системе ведического знания, и как бы они следовали. Вот хочешь физическим лицом, будь физическим лицом, для тебя одни законы. Юридическим лицом хочешь быть, для тебя другие законы, ты им должен следовать. Точно так же и, ну, Веды. Вот. Давайте вернемся еще к паразитам. Давай. У нас осталось немножко времени. А у меня такой вопрос на самом деле, потому что насколько полезно вообще просто проводить профилактическое очищение, да? Насколько это рекомендовано? Опять же, в силу сейчас такое модное явление среди людей, которые увлекаются здоровым образом жизни, ну, допустим, делать какие-то чистки, голодания, да, там, на сыром питании, на каком-то еще. Ну, в общем, масса вариантов, на самом деле. Сколько людей, столько мнений. Насколько это вообще полезно? И нужно ли это делать? Да, спасибо, хороший вопрос. Я считаю, что это все отлично при условии целесообразности. У каждого человека есть свой актив здоровья. У каждого человека есть цель сделать его лучше. Есть цель не заболеть или есть цель вылечиться. Вот у нас есть цель чувствовать себя, ну, у меня есть цель, я хочу чувствовать себя более здоровым. Вот с точки зрения целесообразности, как я себя сейчас чувствую? Если я чувствую там, что я обрюз как-то, да, у меня лишние килограммы, ну, наверное, мне хорошо попоститься там как-то, вот посыроедить не исключаю, да, вот особенно летом. Вот. Если это целесообразно, если это отвечает цели, если я от этого буду здоровее. Я не сторонник доктринерства. Вот знаете, есть доктрина там. Будем все там сыроеды. Ну и все и туда идут, и сыроедят. Потом, я даже, у меня есть случай из практики, да, человек приехал к нам и ест такую тарелку салата огромную. Смотрю, ну а в чем причина? Он говорит, я сыроед, я вот тут сыроед. Я говорю, ну смотри, если суставы начнут хрустеть и конечности мерзнуть, первый признак того, что надо есть, ну и пить кипяток, там, ну что-то горячее, потому что все сырое, тем более с нашим климатом, сразу выводит вату из равновесия. Через месяц мы с этим человеком встретились, он уже ест все подряд, и в общем-то причина ясна. У человека выходит из равновесия вата, через силу делать не надо, ради доктрины, да, то есть я вот там... Сейчас же социальные сети, поставил себе в социальные сети, я там фруктоед. И, в общем, человек, вот, чтобы не подвести партию и народ, и свой авторитет не подорвать, он как бы и сыроедет, и там, и что только не делает. Я за сыроедение, я за веганство, за вообще вегетарианство, и я вообще за все. Вот. Главное, чтобы это было целесообразно для здоровья. Даже вот я встречаю людей, ну, мне знакомые, да, которые ели мясо, ну, и ели-ели, потом перестали есть, и все, и вот, ну, гемоглобин упал, все, жизненных сил никаких нет, просто человек умирает. Вот такой моральный вопрос, вот, что ему делать, да? Ну, умереть или там, начать есть то, что он ел раньше. Ну, конечно, он начал есть то, что ел, прекрасно себя чувствует. То есть здесь, конечно, такой вопрос, вот он не... объективный. Это совершенно такие вот субъективные ощущения каждого человека, и я думаю, если человек может отказаться от продуктов насилия, там, ну и вообще какой-то вот грязной пищи, то он должен это сделать. Мы должны каждый стараться именно на своем уровне, ну, на своем уровне своих ощущений и прислушиваться в первую очередь к своему организму, потому что, ну, вот эти беседы. Больше надо с людьми проводить, я считаю, профилактических бесед, ну, прежде чем проводить какие-то профилактические чистки. Я регулярно стараюсь, ну, как, очищаться от паразитов. Да? Иногда это с анализами, иногда просто так. Иногда просто чувствуешь, что вот, ну, нужно что-то там такого острого начать есть, или там чеснок с молоком.
Вот это все нормально. И даже, ну, если вот вы про учения, да, спросили, где-то там запрещается чеснок, но я общаюсь с людьми, и они же из вот, ну, подобных направлений не чеснок едят, так пьют таблетки, которые содержат чеснок, да, антипаразитарные курсы. Ну, они, конечно, не называются чеснок, там в составе обычно чеснок, ну, там, в общем, и даже, может, какие-то животные там добавки. Ну, в общем, это такой игра, как бы, игры не должно быть, мне кажется, вот в названии. Если есть назначение, то надо лечиться. Всегда нужно, на самом деле, разумный подход, это самое лучшее. Обязательно, что мы можем для себя обязательно, сделать. Да. Надо понять тоже свое состояние. И я всегда тоже призываю внимательно относитесь к себе, обязательно слушайте себя, но для этого нужно пользоваться такими средствами, которые нам, кстати, аюрведа тоже и ведические науки дают, как медитация, да, это возможность себя изучить и услышать то, какие сигналы, потому что наше тело, оно всегда нам дает сигнал, оно вообще не молчит, в отличие от нас самих, мы себя просто не слышим, к сожалению, особенно люди, которые живут вот в этом ритме жизни слишком ускоренном, да, мы у нас просто не остается времени и возможности для того, чтобы себя услышать. А когда, как только мы начинаем себя слышать, мы сразу понимаем, что у нас есть, ну, какие-то дисбалансы, да, какая-то дисгармония внутри нас происходит. И сразу на эту дисгармонию стоит обращать внимание. Я думаю, да, что вы меня в этом поддержите. Поддерживаю. Да, я хочу сказать, что у вас с 11 числа вы будете проводить, да, вот этот курс. Ну, мы его сделаем курсом детокса, да, такого, ну, ага, знаете, ну, не будем травить паразитов и людей, ага, а просто такой вот весенний детокс, и который, ну, легкий, и будет, ну, такого эффекта просто очищения добиться, вот, чтобы именно перейти такую эффекта панчакармы, но дома, да, вот, такого выведения токсинов, облегченного питания. Вот, и так далее. И, ну, вот, хочу в поддержку ваших слов, да, тут уже эфир заканчивается, смотрю, сказать, что вот слушать свой организм, чувствовать, для этого нужны знания. Вот, ну, может висеть знак на дороге, да, но если вы не прочитали в правилах, вам никто не сказал, что он значит, то, наверное, вы, ну, не сможете распознать и понять, что, к чему он призывает, что надо делать. Точно так же в организме есть определенные сигналы. Но если вы не услышали, не прочитали, о чем эти сигналы, то вы их просто пройдете и не заметите. А на самом деле они могут быть серьезными, поэтому призываю заниматься самообразованием, образованием и, ну, находиться как можно больше в среде вот знаний. Просто какая-то проблема интересует, сейчас интернет, мне кажется, переполнен там всем, ну, хотя бы посмотрите, не бросайтесь сразу в лечение, этого делать не надо. Запомните этот простой алгоритм: симптомы, анализы, лечение. Все. Спасибо вам большое, Николай. С нами сегодня был доктор Бонд из Сочи. Как всегда, у нас получился очень интересный разносторонний эфир. Мы не только тему паразитов коснулись, но вообще и о философии поговорили. Я очень люблю с вами, Коль, разговаривать, потому что всегда получаются неожиданные такие вещи, вскрываются, более широкие, чем мы анонсируем. Я надеюсь, вы к нам еще придете, ну, мы продолжим сотрудничество и придумаем еще какие-нибудь программы для наших слушателей, потому что действительно, когда мы обладаем знаниями, наша основная задача как можно больше заниматься образованием людей. И это основная задача нашего радио. Спасибо вам огромное. Спасибо, я вам очень Анастасия. Благодарна. Вот, и до Спасибо. Новых встреч. С вами была Анастасия Хрущинская и доктор Бонд и программа «Женская гостиная». До встречи по четвергам. До свидания. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо, Анастасия.